во всем дворце было 9999.5. What do you mean? And a half of what? Very small rooms. Oh, and so 9,900? 99. 99 and a half? Yeah. 9,999 и половина комнаты. О, боже. Why? Они не хотели, чтобы это было целое число, потому что девятка это красивое, счастливое, да? Число для власти считается. Мы приехали на экскурсию, Друзья, мы включаемся в наш видеоблог. Сейчас мы пребываем в запретном городе. Это императорский дворец, в котором жило 24 династии императоров. Сейчас он открыт для посетителей, сейчас вы можете видеть его во всей красе. И это правда представляет собой очень монументальные и пространные постройки, которые действительно дышат историей. И это второй день пребывания в Пекине, солнечный день, хорошая погода, хорошее настроение. И что? И мы входим, как любой император, прямо в самое сердце дворца.